Журнал «Огонек» на этой неделе. Андрей Лошак. Диссиденты в России редко надеются на скорый успех. Вечно узок их круг. И далеки они от народа. Они всегда проигрывают в настоящем и выигрывают в будущем. Потому что где совесть, там и истина. Но если бы не они, отечественная история 20 века выглядела бы совсем беспросветно. Андрей Колесников. Про СПА-революцию, в результате которой в Мальдивской республике случился военный переворот, на Мальдивах никто не знает. Более того, на острове, где я жил 2 недели и однажды догадался поинтересоваться о гарантиях безопасности после переворота, администратор отеля очень заинтересовался, что это за переворот. Анджелина Джоли. Моя лента «В краю крови и меда» посвящена судьбе боснийских женщин, агрессии, которую проявили сербские солдаты по отношению к ним. Поэтому абсолютная объективность в этом случае невозможна. Это было моим намерением – показать жестокость этого мира. Я хотела, чтобы зритель был шокирован. Читайте «Огонек». Теперь на iPad и Android.